Приветствуем всех. Ну и поскольку было сказано, что надо без ведом эльфов, мы собрались эту группу поддержки. А торможения продолжаются. Увы. Но хоть скорость увеличивается хода бета. Да ё-моё, вот зачем они ресурсы накидали, а? Ну зачем? Жесть. Уничтожить первое жилище было легко. Но вести по полюсу разносятся быстро. Дальше будет сложнее. Нет, вот серьезно. С одной стороны, надо прокачивать войска, ну, чтобы было не так уж муторно в дальнейшем. Но, блин, как оно по итогу проседает, начинает, это просто катастрофа. Как пожелаете. Главное, не забыть все это распустить потом. Оу. 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 А что он здесь делает? Ладно, не помню. Не-не, вот. Ух, я. Лес пробуждается. Последняя схватка будет самой тяжелой. Ну, как сказать? Как пожелаете. Как пожелаете. Ох, что тут после империи. Ого. А, да, кстати. Тут внезапно выяснилось, ну, мы силу магии вылечили. Оказывается, если прокачать максимальный уровень скользящий, он позволяет путешествовать без уменьшения маны. И кто бы мог подумать? Как пожелаете. Как пожелаете. Мои отряды атакованы!
Мои отряды атакованы! Ё-моё, началось... Нас атакуют! Древосборье. Мои отряды атакованы! Надеюсь, эти чудища скоро будут на моей стороне. Пусть злоба, ненависть и ярость наполнят эти жилища и каждого, кто будет в них рожден. Слушайте меня! Вы пытались жить в мире с людьми, и чем они вам отплатили? Они уничтожают леса вокруг вас и заводят их просто ради обогрева. Настало время проучить их. Ненавижу людей. Итак, сердце леса заражено злобой. А теперь проверим моих новых воинов в деле. Вперед! Отомстим варварам, уничтожающим леса! Надеюсь, это будет последней каплей, которая переполнит чашу терпения обеих рас. Так, сейчас проверим. Не, идея в норм. Что? Как пожелаете? Так, ну вот это все воинство, очевидно, мы не сможем протащить до аутпоста. Так. Мы готовы? Сюда. Ну, их позовем. Пусть помогут. Так, ну что ж, будем надеяться, силёнок хватит. С мечом и на коне. Готовы? Да, серьезно. С мечом и на коне. Понятно. Становись. Да. Да. Немного ждем. 8 стражей. Это однако. Сейчас, значит, будем выманивать. По возможности, разумеется. Готовы отдать за вас жизни. Мы готовы. Ваши указания. Смерть им! Конечно. Не отступаем. Вот и возможность проявить свое мастерство. Ваши приказания. Да?
Ваши указания. Вы звали меня? Я иду. Сейчас. Я иду. Становись! В атаку! Да. Врагу не устоять! А, забыл. Врагу не устоять! Да? Как прикажете? Мастер-заклинательница слушает. Вот и возможность проявить свое мастерство! Я иду. Хорошо, конечно. Врагу не устоять! Я иду. Хорошо, конечно. Конечно. Эй-эй-эй. Все проснулись. Умрите, недостойные! Сейчас. Ваши приказания. Равняйся. Да. Становись. Ваши указания. Я иду. Хорошо. Я иду. Я иду. Хорошо. Сейчас. Так, 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 так. А ну-ка. А, одного не добили. Блин, так, лучники. Становись! Вместе мы сила! Так, кого тут за... стопорить? Так. Ускорение... наверное, наше вот этого. Ему же вот это же. Бей ближайшего, просто бей ближайшего. Так, равняйся. Лучники. Как приказ, главное не шуметь. Прекратили свое существование. Главное посему? Не шуметь. Я это место знаю. Так. Ваши указания. Сейчас. Да, как прикажете. Я это место знаю. Элитные рыцари, оказывается, у них тут были. Но, в принципе, защитников как-то гарнизон наполовину выбили. Охранников не осталось. Нападающих тоже. Ага, нельзя. Так, как тут притормозить? Вот этих вот я потормозим. А этим норм. Просто идут мимо поля боя. Лучше меня это сделает, хотя он уже умер. Так. Мастер-заклинательница слушает. За ними. Жаль, нельзя сразу закрепить. Дабы всем было удобнее. Вот и возможность проявить свое мастерство! Равняйся! А вы-то Двигай, как тут... прикажете. Вот я это место чё они придрались к моему лучникам, а? Главное не шуметь! Двигаемся! У них-то, понимаешь, коллег пачками вырезают, а они за лучниками привязались. Мы готовы! Главное не шуметь!
Двигаем, как прикажете. Мы готовы. Равняйтесь, как прикажете. А, это наши рыцари. Готовы отдать за вас жизнь. Я сейчас думаю, откуда у врага еще рыцари взялись? Да еще элитная, это наша. Мы вас похороним. Что здесь происходит? Ваше Величество, лес атакует людей. Итак, сам лес подсказывает мне, что делать. Как я была слепа все это время. Люди, эти невежды, захватили кристалл и возомнили себя самыми сильными в Денмаре. А мы так и не воспрепятствовали этому. Отгородившись от всех в своих лесах, мы так и не сумели понять, что путь на родину всегда был для нас открыт. А эти грубые варвары посмели скрывать его от нас. Пришла пора Зеленому дому явить свою мощь. На север? Ну, хорошо. Да. Так, только... Мы готовы. Как прикажете. А, стоп. Это и есть север. Равняйсь. С мечом и на коне. Ё-моё. А это... Всё, что было в городе, что ли? Пошла, родимая! Зачем они нападают на крестьян? Не, я понимаю, что вы враги, но они даже не атаковали. Вперед! А, тьфу ты, не этот север, вот север. Молодец, молодец. Пошел. Так, ладно. Древо немножко отстало. Да. Но если что, рыцари, думаю, прикроют. Я это место знаю. Да? Да. Ваши приказания. Становись. Ваши приказания. Вперед. Да. Двигаемся. Да. Да. Мы готовы. Я это место знаю. Ваши приказания. Равняйсь. Да. Перед нами дорога в горы гномов. Мое прибытие станет для Трода весьма неприятным сюрпризом. Вперед! А, то есть вместо того, чтобы просто завершить... Нам скорее дойти сюда, и тогда мы получим завершение. Странный подход. Учитывая, что можно было просто в тексте объяснить, что типа надо бы сходить разведкой на север к гномам, и все. Ну, сделали так, так сделали. Ладно, в любом случае, на этом пока что все.